Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир, со мной Персон, и, в общем, суть в чем, мы сейчас быстренько попробуем пройти поезд ограбления, стандартное, да, то есть транспорт-поезд, и, в общем, посмотрим, что у нас из этого получится. Видео будет длиться где-то минут 30, поэтому поехали. Ну, у меня техника больше, у меня на максимум она вкачана. Окей. Так, ну что, побежали? Поэтому смысл мне больше технику вкачивать. Да, не вкачивай, не парься. Так. Сейчас, главное, чтобы не заметили. Пальма. Да, не ссы. Так. Бежим аккуратно. Чё? А, ну пофиг. Так. Его так-то можно было убить. Вдруг у него можно. Карточка. Ну и что? Нет, стоп, там нету карточку никто, чё? Только в жилетке у чуваков. Так они оба на той стороне ходят, сука. Ну и пусть ходят. Чё, у нас 4 джема, чё, не хватит? Твою мать! Сдохни. Клади того, красавчик. Грёбаная хрень. Ладно. Стелс-раш, мать его. Да твою мать, закрыл. Так, отлично. Так. Давай. И чисто фастом. Скрывайся. А хрен там. Да, убил, и тут же следующий. Они, те спиной шли, вообще, нам повезло. Да, типа того. Ну да пофиг, ладно. Так, там. Отстрель. А если видит, сейчас кто-нибудь будет подниматься, сука. Сейчас посмотрю, никто не там не будет. Да ладно, я его просто грохну и все. Че, убрать долго? Во, карточка. Нормально все. Так. Ну. Так. Там никого нет, да? Не спускается, Миша? Да. Нет, никого нет. Окей. Все отлично. Донес тебе подарочек на Рождество. Сейчас он спустится. Он идет. Ты хрен с ним. А, это рабочий. Кстати, это рабочий, слышь. А пофиг. Сколько мешков? У меня один, у тебя один. Тоже. Я не говорю, они оба, сука, туда-сюда ходят. То есть они оба рабочих и на той стороне. Окей, я за мешками. Чё Все нормально. Нормально. А может нам лучше ту сторону зачищать? Да нет, тут вообще тема. Тут мало народу ходит. Там как бы еще склады, и там больше народу. Один. Чё? Так, здесь оружие. Ну и круто. Так я через низ, наверное, пройду. Воу-воу-воу! Так, сдохни. Карточка, да? Отлично. Угу. Ну считай, плюс у нас 2 джема еще. На рабочего упал, он еще и зара. Вон, смотри, там вдали рабочий. Сколько у нас ответов? 2. Нет, мы сколько убили? 2. А, остальные рабочие были, что ли? Да. Ты же там вдали еще кого-то убивал. Рабочий. Рабочего? Да. Окей. Вон, можем того убить. Ну, я сейчас этим и займусь. Бамс. Сейчас прицелюсь. Вот так вот. Это чтоб 100%. Ответишь? Ага, отлично. Там рабочий. Рабочий вот на лестнице тут стоит. Да хрен с ним. Так можешь его убить, вдруг у него тоже есть карта. Не-не-не, смысл, у нас все хватает. Да твою, серьезно? Как я так ошибся? Я открою. А, хорошо. А, ну. Сейчас, а где контейнеры? Тут нету, да, больше? Придется нанести. Да-да-да, там нету. Супер. Так, открываем. Никто не спускается? Нет-нет. Ну, я думаю, что нет. Нет. Стелс-мастер, ё-моё. С такой мордой. Чё, не нашли мы, да, больше пока? Не-не. Ну да, потому что их 2, блядь, осталось. А, у меня как раз 2 джемера есть. Как бы я тебе говорю об этом. Ну так здесь, по этой стороне, тихонечко. Так, отлично, здесь есть. Ну и там будет, ё-моё. Давай сначала этот взломаем тогда. И будем таскать, пока тот будет взламываться. Кого этот-то? Так, а ну-ка, что в этом сейфе?
О, я турель нашел. У меня турель. Чего? Это у меня турель. Подожди. Она хоть две двери дрели. Не знаю. Ну, буровая какая-то, да. Ну, и у меня тоже. У меня тоже. Иди сюда. Давай мой сначала, потому что... Да какая разница-то? Так тут таскать просто дольше, а пока тут будет взламываться, мы будем перетаскивать отсюда туда. Да пофиг. Так, мне придется рабочего убить. Или... Понял. Или нет. Подожди. Давай. Бля! А! Двое? Твою мать! Два рабочих. Убивай, убивай. Не. А, блядь. У нас ответы и мешки, и ты чё? Залоги. Так, давай. Мешков-то нет. Главное провести их. Надо аккуратно, блин. Да они всего лишь, блядь, идут аккуратно. Вот такие смотрят. Да. Главное, чтобы на них сверху никто не посмотрел. Точнее, снизу. У них прогулка вечерняя. Да хрен его знает, чего они. Блядь. Псец. Петляешь-то туда-сюда, назад, сука, иди сюда, ты еб... что ли, почему он у меня нормально прошел, а у тебя не может? Так, сейчас своего переположу, твоим помогу. И он, блядь, забраться не может, короче. Да, понял. Ёбаный свет. Пофиг. Так, сейчас я его положу, подожди. Сам доведу. Да води, а то у меня что там, блядь. Да я понял, сейчас. Так, иди сюда, тварь. Ложи. Да не туда. Повернись сюда. Тварь, повернись. Опа, тихо. Тихо. Чуть тихо. Может его грохнуть? У нас еще ответ есть. У нас сколько ответов? Один. Может грохнуть? Не, он сейчас туда, вдаль должен уйти. Ну тогда фиг с ним. Так. Он вдаль должен уйти. Окей. Нет, он обратно ушел. Да пофиг. Так. Собираем сумки. Блин, клади наверх. Какая разница? Ну, просто чтобы все в одном месте были. Блин, чё, мышь? Где мышь-то, блин? Чё, не опустить, что ли? Вообще никак. Блин, ну с одного места проще брать, чем... Ну, давай, давай на дальний, давай на дальний. А какая разница? Все равно взламывать все три будем. Вообще, он дальше... Не-не-не-не-не, Дэс, давай на дальний. А я чё, кстати, положить не могу. Самый дальний. Ну да, тут дрели, я чё-то на неё положить не могу. Ну, блин, там таскать придется долго. Да пофиг. Только я положить не могу. Так у тебя же диск. Ну иди на дальнего. Я в курсе. Это, блядь, тебе игра даже. Хрен его знает. Ну короче, ладно, пойду туда. Ну иди попробуй на дальний. Сейчас. Потом я возьму, я попробую положить. Окей. На игру. Окей. Все, с... Это тебе, блядь, игра как бы намекает. А вон тут есть контейнеры, хуй ты мне пи***. Не, они, по-моему, кстати, не открываются. А, не откроется. Ну, ты... Так, сидим в вагоне, короче, не рыпаемся. Вообще пофиг. Просто... А интересно, можно самому, блядь, контейнер спрятаться? Нахуй закрыться там, блядь. Смешаться с мусором. Да. Так, пойду я чекну. А. Я на камеру. Так. Залезь внутрь, нафига ты бегаешь там? С фонариком. Палец. Чё-то я его пометил. Палец там. Ну, блядь, да. Кстати, вот этого охранника бы вообще убивать, потому что он единственный, кто здесь патрулирует, вот, и... А, нет, их двое, сука. Да он как раз вообще ничего там не делает, не смотрит сюда. Он бесполезен. Или это он один и есть? Тихо ты, ё-моё! Он не ко мне идет. Да. Или ко мне идет. Сейчас он как раз к тебе пойдет. А он ко мне идет. Охрен его знает. А, это... Блин, тихо. Не понял, что за... Прячься. Просто... Он поднимается. Ну, блин, захотелось ногу почесать и подняться. Или нет, даже он поднимается. Нет, он не поднимается. У тебя еще один идет. Я уж думал, сейчас будет подниматься, их тут двое. Вперед. Вообще сейчас. Это, тихо. Такой поезд на пустил. На прогулку. Ну понял. У нас, короче, осталось 10 секунд. Че, сколько у тебя там по таймингу? 10. Что ты орешь? Так, я вскрыл. Даже не.
Даже ни разу не пришлось. И такое бывает. Когда я дрель разбираю, короче. Чё такое? Чё? Их там двое. Слушай, а почему они вдвоем стали ходить? Ну хрен его знает, потому что мы дрейлер забрали. Походу сюда сейчас пойдет. Ну так ныкайся, ё-моё. Тихо, Дес, к тебе идет. Нормально все, он встал. Ты обратно пошел. В смысле? А, ты про охранника? Бля, что ли? Так, я спустил первую сумку дрели. Смотрите, пидоры. О-оу. Он, походу, сюда идет. Пофиг. Вот, блядь, не дай бог ты, сука, сюда пойдешь. Вот. Чувак, лучше не ходи, лучше не надо. Нахуй тебе это надо? У нас еще один ответ есть. Зачем, да? Ты же сейчас, блядь, умрешь. Да. Мамой клянусь, убью. Ну, блядь, ты, короче, сам, блядь, напросился. Я тебя, блядь, предупреждал. Я тебя, сука, предупреждал. А ты еще, сука, руки развел, типа, ну ладно, ну что ты? Да. Не, ну зачем мне жить дальше? Ну, это плохая работа, мне не платят денег. У меня нет мешков. Да хрен с... Твою мать! Сейчас прибегу, не ссы. У меня есть один. Он еще, с пригорка спустился. Да пофиг. У тебя есть? Да, я уже тут. Фу, толпа. Стелс-мастер. Нихуя ты знаешь, откуда его начал упаковывать? Пофиг. Это пи***ц, ты его у лестницы начал упаковывать? И, блядь, на полпути, нахуй, у меня открылся ящик, и, блядь, в него сумка залетела. Это пинг, чувак. Так, значит, нам туда же и мешки надо, да, таскать? Да, мне, короче, вниз надо спуститься. С патронами. Да-да-да, мне, короче, вниз надо спуститься, я думаю. Ты дотаскаешь мешки с патронами? Плюс поставить еще надо эту хрень. Сейчас. Слушай, у меня не ставится, у меня дрель пропала. Че за... Блядь, да как ты сервер-то взял? Я же сказал, должен я попробовать. Нет, турель пропала. А, уже нету. Да. О, это баг. Окей. А оружие? Да. Нам 20 мешков надо. Офигеть. Там есть 20 мешков? Нет, там вообще ни черта нет. А, ты в этом? Нет, здесь 10 только. Я буду считать. Там их 10. Раз. Ну, у тебя один, это два. Так, три. Четыре. Поближе перетаскивай потом. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сука, и десятка должна быть там. Ну да. Блин, а как мы тогда пройдем? Перетаскивай средний вагон. Это нихуя не смешно. Не, смешно. Нам придется перепроходить, ты понимаешь? Ну да, ну давай попробуем, вдруг там. Так, ну он двадцатку потребует. Ну а вдруг? Вдруг что-нибудь это... Докинул. На, короче. Оп, блядь, кинул. Что ты такой кривой-то? Да у меня не докидывал. Тихо ты! Смотри, я сейчас тебе сумку кину, на. Так. Идите все нахуй. Ну хорош. Так, где-то тут сейчас должен пидор спускаться, а другой пидор должен подниматься. Чё ж у тебя все вокруг одни пидоры? Ты, блядь, не промахнись только, вниз. Иначе был. Я аж за ней прыгну. Прыжок веры. Раньше сумки приземлиться, спасти ее. В воздухе такой. Один, блядь, ловит, тут же выкидывает нахуй, который сверху ее подбирает. Это цепочка комбо. Да-да-да. Словил, выкинул обратно, и я ее поймал. А последний на кошке спускается, короче. И спасает первого. Тебя палят, что ли? Да, все нормально. Он вообще куда-то в пи***ну смотрит. Ну да, он такой. Блин, сколько же тебя мутить придется? 6. Сука. А ты камеру помечаешь? Ну, я случайно, блин. Я ж не виноват, что когда я беру, она иногда помечает. Так, на. Криворукий, блядь. Что значит криворукий? Ну, блин, просто в тот раз я зашел, в этот нет. А ты ж в прошлый раз нормально она проскользила до этого, до вагона. Ну, мне просто лень было заходить до конца. Ну, я говорю, криворукий. Сам главный говорит, добро с ним. Оп, блядь, докинул. Блядь, нахуй, кинул туда. Просто. А здесь нельзя спускаться? А, не, можно? Не, вот, по зиплайну. Только жди, он возвращаться долго будет. А, ну только нам нельзя по ней спускаться. Да, нам нельзя. Да, ой, не в тот вагон. Нельзя. Я пробовал, недавно проходил. Да не, я в курсе, что нельзя как бы. Так, надеюсь, сейчас никто здесь не... Фу, блядь, там идет Дес, нахуй!
убери эту сумку. Да нормально все. Че ты так волнуешься? Так, бля, у меня-то ведь она не успеет уехать. Чё, а этот ху** сюда идет. Че ты так волнуешься? Да, он сейчас сюда пойдет. Не кипишуй. Ныкаемся. Оп, такой зиплайн без палева обратно приехал. Не кипишуй. Все нормально. Он уходит туда, а у нас все здесь. Стой, он где-то же здесь стоит. Только у нас там два рабочих. А. Угу. А не, он вниз спускается. Воу, нихрена. Бля. Он вообще вниз пошел. Нахуй вниз пошел. Ебанутый, что ли? Ну, блин, почесалась ножка. Бля, не в тот вагон зашел. Я тоже вначале. Давайте туда. Да просто можно перетаскать. Давай перетаскаем их пока. Да. Ну. Воу! Так это у тебя палят, меня-то не палят. Да я в курсе, блин. Так у меня, блядь, даже что такое. Ты не привлекательный. У меня привлекательность-то куда ниже. Ты не привлекательный, тебя не палят. Играю с уродцем в команде. Так. Блядь, в вагон попасть не могу. Бинго! Вот ты криворук. На, лови. Хрена. Вот, заебись. Как они там увидели, чё? Сумка, блядь, летает, да? Летающая сумка. Неопознанная летая моя сумка. Да-да-да. На, ещё одна. Главное, чтобы они на зиплане её не увидели. Оп. А, всё, что ли, блядь? Да-да. Фу, сука, чуть не упал, блядь. На перила спрыгнул с вагона. Я б тебя потом не ловил. У нас бы не получилось комбо. Поднять в воздухе. Это, кстати, интересно, а вот если... Ну хотя нет, ты не умрешь, если в воздухе. Прямо у земли только умрешь. Ну интересно, можно ли поднять в воздухе? Так, я, наверное, вниз потихоньку буду спускаться. Так я тебе, блядь, кинул сумку, грузи ее. Так зачем? Сам грузи, я вниз спускаюсь. О, охранник. Так, я через другую сторону попробую. Пробираться хочешь? Да. Ну мы ж как-то пришли сюда, значит, можно как-то и... Ну, ну, значит, с другой пойдем. Ну, я и попробую сейчас показать. Мне больше интересно, сможем ли мы погрузить 10 сумок вместо 20? Да, как-нибудь пройдем, подплатим ему. Бля. Скажем, на тебе одну сумку. Полево. На карманные расходы. Будет 9 за место 20. Вообще без палева сумки тут ездят. Да, это нормально. Что за сумки? А, такой летающий неопознан. Вот это было близко. Это было близко. Охранник тут, блин. Тебя чуть не спалили, что ли? Да. Ты о**ал, что ли? Тихо, нормально все. Не спалили же. Ты еще и с сумкой, что ли, пошел? Нет. Не, в натуре? Нет, конечно нет. Так, стоп. Че ты амкаешь там? Я не понял, почему у меня снаряды не засчитались. Че так мало? 2 миллиона же должно быть. Или это патроны? Патроны, да. Он 2 миллиона. Ну, все правильно. А, ну турель 2 миллиона. Так, а где еще? А, вон она. Деталь турели. Так, походу мы без сумки останемся. Нахуй сумку туда кинул. Заеб, буль-буль! Эти, где она сейчас появится? А, вон она. Вот. Появится где-нибудь. Так, я пойду посмотрю, вдруг там появились сумки. Погодь. Ну ладно, пофиг. Я, короче, буду докидывать. У меня сервера, во-первых, нету, это раз. А зачем тебе сервер? Во-вторых, если там баг, то нам придется перепроходить. А, ну да, там же мы не открыли. Ну да, чё-то типа то. Я вообще спокойно прошел, не значит, что паниковал. Да не, ну блин, там было два охранника, прям вообще не в те. Нет, ну он там с края муха меня услышал. Так-то я тоже нормально прошел. Так, где он там? Вот, все, я закладываю. Ерюнина. Не, короче, нету, блядь. Всякое бывает. Ты грузишь. Так. Патроны, б***ь. А, вот они. Чё, появились? Где-то да. Вопрос только где. То есть камера показывает, что где-то есть патроны. Да?
Ну, если камеру показывают, значит в этой же... Камера, там же камеры внутри стоят. Ну да. Значит, в этой же хрени... Тихо ты. Тихо! Где? Снизу. Сука. Ничего, к тебе поднимается? Пиздец ты, блин. Кто смотрит? Смотри, не роди там. Застал, да, застал. Так, вот здесь вот показывает пусто. Давай я сломаю, дайте эту камеру и посмотреть. А не надо! Так, вот я ее сломал. И посмотреть, в каком месте показывает. Хрена ты ломаешь камеры? Та камера. Ты дурак, что ли? Каждая камера показывает в своем месте. Во-во-во, все, дес. Да-да, нужен диск. Все. Иду. Оу. Все, отлично, че. Фу, ну, сука. Ебаная игра. Тихо, ныкаемся. Чекни его, чекни. Да сейчас, во. Ты чё хрень совсем же, лысый? Ты тут встал, иди нахуй! Лысый, блин! Вообще оборзевший. Обурел, бедняга. Так, ладно, я прогуляюсь, сиди. Окей. Пройдусь, блядь, по***ю. А? По***ю по его пройдусь. Э, ты куда, блядь? Стой. Да нормально, все, он вниз пошел, что ты? А, сука, вниз пошел. Берешь просто, смотри, вот так проходишь. Ладно, я пошел на тот конец. На тот конец? Ну да, если что, там ответишь, короче. Ну, не ответишь, а... Ну, мой-то конец все равно длиннее. Мечтай, он навряд ли длиннее поезда. Тут два завожающих, можно грохнуть. А, да, как ты лежишь, классно, да. Прям. Хорош над залогами издеваться. О, этот бачков. Этот бачков. Фантазия перса. Бля, вот так бы на стриме играть было вообще ржачно. А, я записываю. Ты же сказал, ты не записываешь. Ты записываешь, что ли? Да. Не, ну в натуре. Да. Ах ты пизда. Молодец, матерись больше. Ты же заколебешься, все потом запикивать. Понимаю. Запикаю как-нибудь. Ну ты можешь мне это, короче, скинуть. Нет. Запись я могу себе на канале залить. Нет. И это самое. У тебя будет версия без мата, а у меня будет версия с матом. Нет, будет всего одна версия без мата. Ну скинь, я тебе запикаю, потом я тебе обратно скину. Смысл? Давай. Потом. Все потом. Ну? Че, ну, баранки гну. Ебаться! Ебаться! Хорош. Уи, ачивки, ачивки. Какие ачивки? Уи! Лежать нахуй, сука, там вниз нахуй. Странный ты сегодня. Вообще охуй. А ты недоволен? Мы с тобой, блядь, чуть не запороли игру из-за бага. Чуть не спалились, блядь, в самом начале, нахуй, где были два эпичных даблкила. Так это... Прям все вообще идеально рассчитано. Это игра нас чуть не запорола. Ни тот, ни другой не успел. Ты там не роди. Один миллиметр, он бы меня облил. Смотри, не роди. Я, блядь, подошел к борту, и он такой смотрит на меня, блядь, снизу. Привет, говорит, ты кто такой? А ты такой, я перс. У меня, короче, яички с кожи, теперь мурашки, блядь, по ногам бегут. Лачал камера. Сломай эту камеру. Да не ломай ты камеры, блин. Так, ты пока упаковывай, я понял. Ломая камеру, ты привлекаешь охранника. Так, вроде все собрал. Я уже не первую камеру так сломал. Все равно. Ок, да. Лучше. Все равно лучше не ломай камеру, чувак. Серьезно. Понятно, блядь, что не в первую. Не, ну так-то можно в первую. Какая разница? Откуда ты знаешь? Ну да. Откуда ты знаешь, какой из них последний, какой из них первый?
Кидай, в общем, все в первый, да. Ты сказал в последний, ладно, в последний. Но он же как бы и первый. А как ты знаешь, где начало у них, а где конец? Блин, они пронумерованы так-то, нет? Ну это пиздец. Что за ложь и провокация? Да, конечно. Это не факт, это не доказано. Да, конечно. Вон, на стенках да. Почитай. А, да. Хорош. Так ты же вроде таскаешь, нет? На хлебники, да? А ты лентяничаешь. Давай, таскай, солнце еще высоко. Пиздец. Ну ладно, погружать можно. Ну, погружать надо. Блядь, о, тихо. Откуда? Снизу, как всегда. Сверху. Сверху? Ну, по-моему, меня сверху пальнули. Да не, по-моему, снизу. Главное, чтобы, блядь, никто к мусорным ящикам не пошел. Окей. Это будет просто пи***ц полный. Я, короче, поперся вниз. Буду сумки закидывать. Нет, так там у нас вообще-то два хуй лежат, отдыхают. Ну и пофиг на них. Короче, собей. Так, ладно. Будем выкидывать все потихоньку. Так, столько денег, уже 14 сумок. Сейчас, подожди. Видишь, едет, блядь. Мы едем, едем, едем. Далекие края. На. У меня сумки кончились. Шли давай. 5. Не понял, где еще одна сумка. Шли, 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 шли. Раз. Одна на мне, два, три, четыре. Еще одной сумки не хватает. Да ладно. Нет. У меня нету. Я ее точно в воду не кинул. Уверен в этом. Так что давай, ищи, у тебя должна быть. А она, кстати, может быть на этом, наверху. Как его? Может, ты одну не упаковал случайно? Ну, один патрончик. Ну, может. А там знаешь, где может быть? Так, где-то этот пит. А, нашел. А, все, нашел. Вот смотри, одна, и у меня осталась еще одна. Ага. Еще одна должна быть. Я просто только иди. Ты мне, короче, сейчас дошли, иди искать. Так, ну сейчас уедет. Да-да-да. А если ты, а если она где-нибудь появилась в какой-нибудь? Не, она все равно в вагонах. Ты уверен, что та появилась? Да-да-да. Да-да-да. Так, ну ладно, пойду искать. Ты мне отправь сначала. А, ты меня отправил, отлично. Она, короче, знаешь, может на этой, на лестнице лежать. Блядь, тут нету. Там лесенка такая маленькая. Одна сумка. А, вот она. Ты пиздец, короче, ты ее не нашел. Она была на тележке. Так я тебе только что, блин, сказал, что она на лестнице. Я просто все время забываю это место. Так, у меня сердцебиение участилось, короче. Нет, участилось сейчас. То есть это самый важный момент. Последняя сумка, еще надо добежать. Ну да, под джаймером. Чтобы быстро, то есть, да, джиммер поставить. Только у нас их нет. Интересно, я ее поймаю? Наверное, нет. Да, я знаю. Так. Раз. Еее! Я, короче, на выход. Очивочка, охуенно. Я, короче... Так, два пидорка идут. Один разошелся. Один там. Так, один идет сюда, походу. Тебе помочь? Чувак. Ты там как? Так, я сейчас сделаю смертельный номер. Да, спускайся, нормально там все будет. Просто пробегай. Во, да-да-да-да-да. Отлично. Говорю же, нормально будет. Мы выиграли! Прошли. 30. Давай гранату напоследок. По гранате. А я тебе дам гранату, давай, заходи. It's a very good day. Все, отлично. О, еще ни одного снайпера не убили. Ну, блин, их как бы не было. А Детвиш я уже проходил. 13 офшорного счета и 3 наличкой. Так, я не успел соскринить. Так, а это не я, она подсчет сама ведет быстро. А, ну-ка, сколько опыта? Там лям с чем? Лям 400, лям 600, лям 700. Да, лям 700, я даже заскринил. Ну, сейчас у меня прогрузится, и я тоже заскриню. Я 93/4. Я заскринил. Я 93. Два уровня, в общем, получили. Так.
лучшая точность у меня, большее количество убийств, у тебя урон, у меня наименьший там и... Вообще точность стрельбы 59. Как же хреново ты стреляешь. Подожди, а как? Чё? Точность? У меня 83, я не знаю, сколько у тебя. Ну я просто много... А, я еще в пустоту же стрелял. Ага. Ну да, да, оправдывайся, оправдывайся. Так, посмотрим, что нам выпало. Тебе маска? Нет, не выпало ни хрена. А не, выпало. Черное сердце. А мне? Черное сердце. Так оно же у меня есть. Ладно, в общем, всем удачи, всем спасибо, всем пока.